Când ai înțeles tu că vrei să faci un video în care să îi îndemni pe ucraineni să aibă un comportament mai decent? Это видео все люди воспринимали так, как я хочу очернить украинцев. Ai vorbit despre 4 cazuri care pe tine te-au indignat de cum s-au comportat unii ucraineni. Многие мне говорили, что Максим, ты понимаешь, что они в стрессовой ситуации. А в стрессовой ситуации ты ведешь себя неадекватно. Молдавская пресса меня там прям вот там захейтила. Și ei au preluat video tău și l-au folosit pentru a lovi în refugiații ucraineni și a lovi în Ucraina. Они взяли это все как пропаганду. Максим, tu ai primit bani de la FSB-ul rusesc? Interviul fără protocol de astăzi este cu Maxim Leanca. Probabil acest nume și prenume nu vă spune foarte mult, dar cu siguranță îl cunoașteți pe Maxim, pentru că în ultima perioadă el a devenit cunoscut practic peste noapte, vorbind despre 4 cazuri a refugiaților ucraineni care au venit în Republica Moldova și s-au comportat un pic mai diferit decât alții. Să anunțăm din start, eu o să vorbesc în limba română, tu o să răspunzi în limba rusă, pentru că ție este așa mai comod și mie mi-este mai comod și plus că tu ai o explicație mai bună. Румынский язык я знаю очень хорошо. Просто на русском мне будет проще объяснить. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что мне будет... Я хочу, чтобы слова мои, которые вот я скажу, чтобы они не были как-то переведены неправильно, во-первых. И это видео распространилось больше на русскоязычных людей. Как с Украины, так с России, так и по всему миру, вот люди, которые говорят. Я бы хотел, чтобы они вот через это интервью, они многое узнали на самом деле, что произошло, чем вот, не знаю, там, что все, что было после того, как вышло это видео. А у пару тот фелу де дискуссии, шмитур, де спретине, де чай факута чез видео, каре сунт интересы летали, ши тот аша майли партии, ос вряу са лелуам перынд. Дечи, туай пе Инстаграм... 12.000 și jumătate de urmăritori, practic de la 1.000. Deci tu da. Cu 11.000 și ceva de urmăritori te-ai făcut practic peste noapte. Am zis că ai făcut un video care s-a viralizat, care a devenit foarte popular, care a fost preluat de presa din Ucraina, din Rusia și din toată lumea practic. Da. Ai avut oameni care te-au apreciat și care te-au ridicat foarte sus și ai avut oameni care probabil au criticat unele declarații de ale tale. Până să ajungem la istoriile pe care le-ai prezentat acolo, spune-mi, te rog, cum ai ajuns tu să faci voluntariat și să oferi ajutor refugiaților ucraineni ajunși în Republica Moldova? Nu, я думаю, что 24-го числа, я думаю, что никто не спал после 5 часов утра. Так произошло, что я узнал в 7 утра, мне папа сказал, говорит, началась война. И я, ну вот с того момента вот прям вот, вот не спал. Не спал, я не мог уснуть, хотя я был очень уставшим. Приехал на работу, на работе вообще ни у кого не было настроения. Все были, ну, прям они не знали, что делать, потому что, ну, это ситуация, которая происходит прямо рядом с тобой. Никто не знал, у всех было погашенное настроение полностью. Потом уже с новостей мы уже понимали, что идут очень много людей, очень большой поток, на границах очень много людей. На второй день... собрались мои друзья, и они говорят, что мы завтра начнем собирать сбор для беженцев в первый же день. На Поланку уехало 20-30 машин где-то, полных, и 4 полных буса. Это... Купродус элементарий, кухайник, кто-то нечесал. Совсем, абсолютно все, абсолютно все. Я даже... Туда приходили люди, коляски привозили. Все. Все, просто ты не представляешь, сколько там всего было. Там, ну, просто очень много, очень много. Și voi așa ați făcut 5 zile la rând. Deci tot mai mult și mai mult și mai mult. Și a trebuit să gestionați. Deci tu primeai apeluri de la refugiați, îi ajutai inclusiv cu cazare, inclusiv cu anumite recomandări. Изначально было по-другому. Вообще, самая большая проблема, с которой столкнулись... Украинцы, которые приехали, полное отсутствие информации, полное. Они не знали ничего, вообще ничего. Они не знали, как добраться, они не знали, как отсюда уехать. Они не знали,
где искать квартиру, они не знали, где им помогают, они не знали вообще ничего, ноль информации. Потому что первые еще дни, когда мы там спрашивали, вам нужна какая-то квартира, либо что-то такое, то они говорят, что нет, нас примут там родственники, либо знакомые, либо друзья, то есть уже вот так вот. А потом уже пошла прям очень большая волна людей, которых у них не было где жить. Очень большая волна. И мы изначально помогали информацией, потому что люди имели где еще поселиться, и помогали просто информацией, потому что как уехать дальше. Dar tu spuneai inclusiv în video ăla, pentru că mulți considerau că Republica Moldova este foarte sărac și că aici e... Aul. Aul, da. О, мне так прилетело за то, что я сказал аул. Мне там писали люди, там говорят, что мы из Казахстана. Ты еще говоришь про аул плохо. Я говорю, да я не говорю плохо. Ну, изначально только они considerau, что мы suntem rămași. Да, они вообще не ожидали. Они не ожидали, что есть, ну, как бы, что у нас все есть. Они прямо спрашивали, там, есть супермаркет? Я говорю, есть, конечно. А аптеки? Я говорю, ну, серьезно? Ну, конечно, есть, все есть. А ты imaginezi, что oamenii n-au fost niciodată aici, în Republica Moldova. Да. Și probabil își creau anumite impresii în funcție de informația pe care o aveau. Deci, cei care au venit în Chișinău au înțeles foarte rapid că este suficient de multă informație. Acum spunem, cu siguranță ai ajutat multă lume, dar te-ai confruntat și cu situații mai complicate. Când ai înțeles tu că vrei să faci un video în care să îi îndemni pe ucraineni să aibă un comportament mai decent? Хочу обратиться к украинцам. Я бы хотел вам рассказать 4 истории, которые произошло на протяжении этих 5 дней, сколько мы тут помогаем. И честно сказать, мне очень жаль, что среди вас живут такие люди. Ну честно, я вообще не думал, что это видео как-то распространится, либо будет что-то такое. Дальше он месседж для украинцев. Да, потому что я им сказал, что, ребята, ну вы как дома чувствуете себя, ну не забывайте, что вы в гостях. Я вас прошу, потому что у нас все тихо, у нас все мирно, у нас все хорошо. Пожалуйста, не мусорьте, не бардачьте, не делайте нам тут, не знаю, там каких-то проблем. Там. Если ездите по дороге, то ездите нормально. Если у нас закон такой, нельзя тонировку, ну, сними эту тонировку, ну сколько она стоит? Нет, не надо. Вот, я говорю, если стоп-линия есть, у стоп-линии надо останавливаться. У нас не принято так, чтобы мы там ехали, не знаю. И просто после этого видео все люди воспринимали так, как я хочу очернить украинцев, либо там их как-то рассорить. А на самом деле вообще мой посыл был в другом, что, пожалуйста, помогайте дальше. Даже если у вас есть какие-то плохие ситуации, я вас прошу, просто помогайте дальше людям. И попросил украинцев, чтобы ведите себя хорошо, просто помогайте там своим же, то есть, ну, ведите себя очень хорошо, потому что вы же поняли, как это. Eu trebuie să recunosc că am văzut acel video chiar în acea seară când tu l-ai postat și eu n-am avut niciun gând de genul că ai încercat să șterbiești imaginea ucrainenilor. Tu ai vorbit foarte calm, foarte relaxat, dar ai vorbit despre 4 cazuri care pe tine te-au indignat de cum s-au comportat unii ucraineni. Asta e extrem de important să menționăm. Unii, pentru că cea mai mare parte se comportau foarte bine și erau recunoscători. Очень большая часть. Și eu vreau să trecem pe cele 4 cazuri pe care tu le-ai menționat, pentru că e important să reamintim și să înțeleg ce anume te-a supărat în toate cazurile astea. Prima istorie e că într-un local s-au apropiat de tine 2 tineri în jur de 30 de ani. Nu o să întrebăm aici cum au reușit să ajungă în Republica Moldova, pentru că știm că există anumite limitări, dar ei ți-au cerut să le aduci fete și să dai muzica mai tare. Noi trebuie să spunem că tu ești administratorul unui local din Chișinău. Смотри, как было. Они ко мне не подходили, это я подходил. Потому что ты же... Я не знаю, если у тебя есть люди, которые занимались вообще вот помощью, но я тебе скажу, как было. У нас прям люди видели, что человек едет на украинских номерах, прям выскакивали на дорогу, тормозили и говорят, скажите, вам нужна какая-то помощь? Вот скажите, мне все нормально. Говорю, пожалуйста, скажите, какая помощь вам нужна? Вот прям вот до такого. Я сам сидел и тормозил эти машины. Я говорил, скажи, ну, тебе нужна помощь? Он говорит, мне ничего не надо, все хорошо. Ко мне никто не подходил, это я подошел. Я услышал, что они говорят на украинском. Я говорю, ну ладно, давай подойду, спрошу, может, ребятам что надо? И вот они попросили, что можно нам, пожалуйста, девочки организовать и музыку повеселей.
И, честно, вот в этот момент у тебя просто все пропадает. У тебя прям, знаешь, такая пелена. И ты... Как ты можешь просить вообще такое? У нас настроения нет, смотри на людей. У нас люди не знают, что делать. Все ходят, они все вам сочувствуют, а ты такое просишь. Он говорит, ну, там война, тут надо веселиться. Потому что они... Многие думали, что это закончится, не знаю, там, 2-3 дня, и мы вернемся обратно. После того, как я записал это видео, и после того, как мне начало очень много прилетать за него, и очень многие мне говорили, что, Максим, ты понимаешь, что они в стрессовой ситуации. А в стрессовой ситуации ты ведешь себя неадекватно. Корект. Ai avut oameni care cu siguranță ți-au scris că очень много. Dacă nu sunt inventate istoriile astea. Eu vreau să te cred că tu nu ai inventat. Dar eu mă îndoiesc că tu atunci stăteai cu telefonul și filmai ce vorbesc. Да, вот скажи, вот сколько раз было? Вот ты идешь с кем-то разговаривать, да? Вот ты включаешь камеру, диктофон? Ну, мой ales că e spațiu privat. То же самое, мне говорят, докажи, что с ребятами говорил. Докажи, что ты с этой женщиной говорил, что у нас общежитие. Как тебе объяснить? Ну, женщина стоит, я подхожу к ней и спрашиваю, нужна какая-то помощь? Она мне говорит, что ну, вот так и так. Мне не нужна помощь, я богатая. Поэтому это второй раз. Да. Это я хочу объяснить. Я хочу тебе верить на слово. И считаю, что не existe никакого интереса инвентировать такие истории, особенно когда ты с месседж de susținerea ucrainenilor și oferi ajutor. Femeia despre care tu spui, ziceai că te-ai apropiat, era acolo împreună cu familia. Da. Și a întrebat-o dacă are nevoie de ajutor și a zis că noi nu suntem săraci. Da. Noi putem să ne permitem să cumpărăm și mâncare și să achităm și pentru chirie, da. Eventual pentru apartament. Iată, Moldova e săracă. Moldova общежитие. Da, și noi acum suntem ca într-un cămin aici. Deci noi vedem Republica Moldova ca un cămin. În fine, în română sună un pic diferit, da, un cămin pentru studenți. Dar în rusă e foarte reprezentativ. Tu te-ai simțit ofensat în momentul ăla? Это меня задело. Но, по крайней мере, ей я это не показал. И вот, ну, когда она тебе говорит, ты понимаешь, что все, ну, хорошо. Вот она так аргументировала, что ей ничего не надо. И все, ну, что мне сделать? Ну, так сказала, так сказала. Ну, наш народ столько стерпел. И я сколько стерпел за все это время, что, поверь мне, когда тебе говорят такое, то ты уже... Ой, ладно. Ну, я вам кумал экспликацию. Люди вин de acolo, sunt destul de înrăiți pe toată situația care se întâmplă. Și respectiv, când cineva vine și ei, poate simt, nu vor să pară vulnerabili. Când acolo trăiau bine. Ai nevoie da, de ajutor, ce pot. Da, și ei, e un soi de răspuns de apărare, probabil. Може Eu încercam такое. Să explic fiecare situație. Dar pe a treia situație, mi-e mai greu să o explic. Deci tu ziceai că o femeie te-a sunat încă fiind în Ucraina și a zis că da. Are nevoie de ajutor. Și da. Ai spus că te suni atunci când treci vama. Da. Ea la ora 2:30 de noapte te-a sunat că a trecut vama și a zis că are nevoie undeva să o cazezi. Tu ai căutat, ai sunat la toți prietenii, nu ai dat de nimeni atunci când toți dormeau și ai găsit undeva pe internet că cei de la un hotel de 5 stele oferă o cameră gratuit. Și ai dus acea persoană, înțeleg că era cu cineva, da? Era cu familia, la acel hotel. Da. Ei cazat acolo, a plecat acasă, ei au rămas, tu a doua zi dimineața ai sunat ca să întrebi dacă mai au nevoie de ceva. Și în momentul ăla persoana aia ți-a zis că Maxim, asta nu e hotel de 5 stele, asta de 3 stele, pentru că noi am vrut să mergem să facem, nu știu, să notăm în bazin și bazinul nu lucrează, dar la un hotel de 5 stele bazinul mereu e funcțional. Da. Asta pe tine te-a indignat cel mai mult. Смотри. Вот то, что было в ролике, чуть надо откорректировать одну информацию. Понимаешь, очень многие люди звонили. Они узнали, что наши номера телефонов, они очень многие звонили, говорят, можете найти нам там жилье, либо там помочь чем-то. Мы на границе сейчас. Я говорю, на какой границе? На Паланке. Я просто встречал людей, которые 30 часов стояли на Паланке. И я им прям говорил, я говорю, вы когда будете на границе, тогда наберете, пожалуйста. И вообще забыл про нее. Вообще забыл, потому что, ну, очень много звонков было. Вообще забыл, она вот позвонила там в 2:30. Все, мы проехали. Я говорю, ну, добрый вечер. Говорю, ну, хорошо, сейчас мы что-то решим. Я смотрю по сторисам, что парень просто в сторис пишет, что я могу людей заселить там-то, там-то. А, я могу заселить людей. Я не знал, где они. Я могу заселить людей. Я его телефон передаю ей. Они созваниваются. Они заселяются. Потому что и уже на второй день, когда я просыпаюсь, ну, надо позвонить, вообще все нормально. Потому что вот я только передал телефон, все, я больше ничего не знаю. Я не знал вообще, куда они поехали.
Ага. И вот она мне потом, она говорит, что вот мы нас заселили в гостиницу. И вот, ну, не тянет на 5 звезд. Я, что за отель, она мне сказала. Я говорю, почему? Говорит, ну, бассейн не работает. И тут у меня был прям ступор. И тогда я ей сказал, я говорю, поехали тогда на Молдэкспо. Она говорит, зачем? Я говорю, поехали на Молдэкспо, там лучшие условия. Она говорит, лучше? Я говорю, да, там 6-7 человек на койке спят. Она, вы почему вы так со мной разговариваете? Я говорю, ну, вы в гостинице, вам не нравится что-то? Я говорю, как вы можете такое говорить? Вы были там? Вы видели, что там творится? Вы в гостинице, вы вообще должны радоваться, хлопать. Она такая, ну хорошо, с этим все нормально. Помогите мне, пожалуйста, доехать в Германию. Потом я ей звоню, пишу. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы нашли? Она говорит, да, нашли. Ну как вы тут вообще живете? Я говорю, а как мы тут живем? Ну выезд на Германию только завтра. Я говорю, так скажите спасибо, что вы вообще нашли выезд на завтра. Да, ну, нам надо сегодня. Я говорю, ну, поспите одну ночь, вам ничего не будет. Я говорю, завтра уедете. А скажите, пожалуйста, а можно сделать так, чтобы они приехали за нами, а не мы, чтоб ехали? Я говорю, женщина, вызовите себе такси и доедьте, вас заберут и отвезут куда надо. Я говорю, вы, честно, я уже не знаю, как с вами разговаривать. И все, она после этого пропала полностью. После того, как вышло видео, мне написала то ли ее двоюродная сестра, то ли подружка, не знаю. Она мне написала, я извиняюсь, вот это моя подружка, по-моему, она написала. Я извиняюсь, это моя подружка, прости ее за такое поведение. И я такой, ну хорошо, все нормально. Шай, что ты из ситуации для стресса? Куажен или акционязан турнару Митфел? Может быть, я не знаю, понимаешь? У нас, до нас это не дошло. И мы так поникшие все такие, без настроения. А представь, это у них в стране это. Может быть, я не знаю, что было у этого человека. Может, она так привыкла жить. Printre istoriile astea, deci erau zeci, sute de persoane recunoscătoare da, pentru... Da, da. И вот эти люди, они покрывают, знаешь, вот это вот то, что они говорят спасибо, вот это все покрывает. То есть ты на это вообще не обращаешь внимания. То есть, ну, это было. Потом уже, когда ты собираешься там с друзьями, что у вас было? И они начинают, а у меня это. Я говорю, а у меня вот это. Или вот, ну вот начинается, потому что, ну, историй действительно было очень много. Ты сказал, что четвертая патра история тебе сказал un prieten de-a tău. Deci refugiații au fost cazați într-un apartament, apartament recent renovat pentru ca să fie vândut, omul l-a scos din vânzare și l-a dat gratuit ca să stea refugiații. Очень много людей вообще. Și ei au furat plasma și au scris acolo то, что ты знаешь. Deci русский корабль, иди нахуй. Да, на стене. Ну вот он, вот когда тебе рассказывает, такой, да, ладно, не может быть. Ты сказал, что после этого сунат алти уамен, которые пропонял сай кумпери плазма анлог. Да, да, писали, звонили, здравствуйте, мы там, можно переведем вам деньги, купите ему плазму. Да, что ты менционал астя патру истории, дар месажу финал, и таре мульт мя плакут, ты венит ку индемну катри молдовени, кяр дак ау асеменя экземпли. Puține, oricum să continui să ajute, pentru că sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor și sunt recunoscători pentru tot ce te se oferă. Rim, вообще, первые 10 дней вся республика, вся, не знаю, вся или не вся, но очень много людей просто приняли удар на себя. Я не верил, что может быть такое. Я не верил, что народ просто за один день просто встанет и пойдет и будет делиться всем. Вот честно, никогда бы не поверил. Dar tu cum crezi? Iată faptul că sunt asemenea persoane. Da? Da. Chiar un procent mic. Le afectează imaginea tuturor refugiaților? Никогда. Никогда. Нет. И я говорю, что у меня не было такого, чтобы я через это видео, чтобы я как-то очернил. Либо как говорят, что я там хочу там, людей как-то столкнуть. Ну, вообще не было. Наоборот, я сказал, что если есть даже какие-то плохие ситуации, которые вам не понравились, пожалуйста, помогайте. Помогайте дальше, просто не останавливайтесь. Что с тобой после этого видео? Deci, ты его постал, сяра,
Ai mers după aia undeva, ai venit, te-ai culcat și dimineața te-ai trezit vedetă. Знаю, ну, как бы у меня есть много друзей, знакомых. Я когда его запостил, поехал на свой день рождения, и мне приходят уведомления там, одно за другим. Я думаю, наверное, все поздравляют с днем рождения. Не буду отвечать сегодня, потому что вот у меня тут собрались люди. Не будет красиво, если я буду сидеть в телефоне. И звонит Марина, не Марина, а Буди. Один из ребят, да, который тоже там, ну, тоже был волонтером. Говорит, Макс, архивируй видео. Я говорю, а почему? Он говорит, Макс, ты не представляешь, нам пишут люди. Вот смотрите, мы им помогаем, а смотрите, как они себя ведут. Мы вам больше не поможем. Я, ты реально? Он говорит, да, нам пишут, что мы больше не хотим помогать. Молдовение скрывает. Да. Закончилось день рождения, утром я просыпаюсь. Дарин, по два, по три человека на линии. Просто вот, вот звонки не прекращаются, просто не прекращаются. Звонили мессенджер, Инстаграм, Ватсап, Вайбер, куда ты, куда только представляешь, что можно позвонить Максиму, вот туда они звонили. На Мордовый Рапублик. Да. Я такой, слушай, наверное, надо мне это видео действительно архивировать. Я его архивирую. И мне в два раза больше звонков и сообщений. И когда я вижу, что мне начинают писать, что, пожалуйста, скиньте мне видео, вас заблокировал Инстаграм, это вот, и все такое, начинают просто писать, 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 я говорю, ой, ладно, давай я вам его открою, смотрите, сколько хотите. Я открыл его. То atunci ai înțeles că el este preluat inclusiv din instituțiile de presă din Ucraina și din Rusia? Я понял, знаешь, когда мне написали, говорит, ну, знакомая, говорит, Максим, тебя показывают по телевидению в Корее. Și după aia au început să-ți trimită reportaje de la posturile de televiziune rusești. Потом, нет, это было на третий день где-то. Eu înțeleg că ucrainenii i-au apreciat faptul că tu ai vorbit sincer despre asta. Да, очень сильно. С Украины очень многие писали, извините, их за то, что они такие. Очень много. Я прямо им потом всем отвечал и говорю, не надо извиняться за поступки других людей. Это они сами найдут свою судьбу. Очень многие меня благодарили, вообще всех благодарили, вообще всю Молдову благодарили. Там, мне там сообщения голосовые, где они прям плачут, они говорят, ну мы не верим, что вы такое сделали. Мы просто вам благодарны, говорит, вы не представляете, что вы сделали для народа. Кажутать. Да. Deci erau reacții foarte bune. Oamenii au înțeles mesajul tău. Da. Își cereau scuze pentru cei care au făcut anumite gesturi urâte, da, aici în Republica Moldova. Care au fost reacțiile moldovenilor? Ce îți scriau? Oi, nu, moldovanii в большой части тоже благодарили. Тоже говорят, что мы гордимся. Мы не в стране, но мы прям гордимся, что вы так все делаете. А потом... Вообще больше всего, я думаю, что молдавская пресса меня там прям вот там захейтила. Когда начались проблемы летали din cauza acestui видео? Когда ты понял, что, de fapt, видео это ți-a adus popularitate, dar și o doză de hate? Когда я вышел на российское телевидение. Deci ei au preluat video-ul tău și l-au folosit pentru a lovi în refugiații ucraineni și a lovi în Ucraina. Da. Că iată, cineva din Moldova spune că se comportă urât ucraineni. Da. Они взяли это все как пропаганду. Смотрите, что они делают там в Молдавии. И у меня прям был вопрос к ним, ну, и он и сейчас существует. А что вы поставили вот эти там первые истории? Чего вы не показали то, что я говорю людям, давайте, помогайте дальше? Вот зачем это делать? Когда Ай, да, твой вся... респонс на это, ну? Да, конечно, пропаганда есть. Пропаганда лукрязан тру, она конечно. Не фил, а улад чей, лича вяу не вои. Да, но ты понимаешь, что они через свою пропаганду, они сделали так, что мне уже начало прилетать, там ребята писали, говорят, я думал, ты нормальный, а ты хуйло. И я... А с чего ты это взял? И он мне скидывает прям, вот что показывает с тобой. Что спонял акулу? Ну, они ставили вот историю,
То есть они ставили историю, и дальше они уже продолжали. То есть вот они делают так, они там делают и в Польше, и там и в Румынии, и все это вот. И смотрите, как в Молдавии, как это объясняет вот парень, и все это вот. Я такой, ты что? Вообще никогда. Я тебе говорю, что я записал видео. Максим, era evident că ei ar putea prelua, deci toate informațiile care conțin ceva negativ despre ucraineni sunt preluate de Rusia și se face o propagandă. Да никогда не думал в жизни. Вот никогда. Никогда не думал, что вот вообще вот, вот так вот все вырезается, вот так вот все ставится, что вот, вот так вот они могут тобой воспользоваться. Вот так они просто обычного человека могут всунуть в то, что откуда ты больше никогда не выйдешь. Вот никогда не думал. Честно, я тебе говорю, что я, там многие говорят, что ты это сделал специально. Да что я сделал специально, вы что? Они мне говорят, что вот, вы блогеры собрали, чтобы это делать. Какие блогеры? У меня там 1000 человек было. Какие блогеры? În momentul în care video-ul ăsta a fost preluat de televiziunile din Rusia și au început să facă propagandă masivă, au apărut acuzații deja că ai fi fost plătit de FSB-ul rusesc. Acum întrebarea logică. Maxim, tu ai primit bani de la FSB-ul rusesc? Да, я не получал деньги вообще ни от кого, я даже не знаю, как эта структура вообще работает. Я тебе объясню, как дошло до меня это. Мне звонит журналист один и говорит, я бы хотел с вами сделать интервью. Я говорю, слушайте, я не медийный человек, и вообще я всего этого боюсь. Где он дера журналисту? Так вот, он говорит, что я хочу выйти, он отсюда, с Молдавии, но я хочу выйти в лайв на 3 центральных телеканала Украины. И вы там должны как бы ответить на пару вопросов. И я говорю, ну не медийный я, ну не хочу, оставьте меня в покое, честно. Потому что я ехал тогда с другом еще, и он мне, нет, ты мне дашь интервью. Я говорю, а с чего ты это взял? Он говорит, потому что ты ФСБшник, который специально заслан, чтобы всю эту херню сделать. Я говорю, мужик, ты действительно? Я говорю, а я начал смеяться, я говорю, кто я? Он говорит, ты ФСБшник. Я говорю, ты дурак. Я говорю, откуда ты это взял? Он говорит, твое видео дошло до высоких кабинетов, и они это вот так объяснили, что не верьте этому парню. Это специально засланный человек, который он оплачен. S-a schimbat atitudinea? Ai început să primești mesaje, comentarii răutăcioase de la oameni care s-au dezamăgit? Нет, нет. Очень мало. Но опять же, это не так, чтобы прям, не знаю, может, пару сообщений. Ну, вот то, что он мне написал, что я думал, что ты нормальный, а ты вот такой. Потом, зачем ты... Со стороны России мне приходило, прилетали сообщения. Зачем вы помогаете нацистам? Да. Deci tu erai cumva învinuit de ambele părți, да? Да, да. Că aici ești de partea Rusiei și... Да, но я спрашиваю, говорю, еще раз, кому помогаю? Он говорит, ну вот, они же там. Я говорю, а ты откуда это взял? Говорит, так у нас по телевизору так говорят. Я говорю, ну хорошо, верь телевизору. Что я могу сделать, если они там сидят, там, зомбированные люди? Я думаю, ну, как бы в любой стране, наверное, так работает. Не знаю, потому что я тебе говорю, что я не хотел никому давать интервью. Потому что я знаю, как вот после этого я понял, как это работает. И все, что бы я мне сказал, то это все просто пойдет против меня. Просто все. И я такой, да не буду давать. Тем более, ты мне... Мы хотим интервью там на 5 минут. За 5 минут? Что ты можешь узнать от меня за 5 минут? У меня ролик 11 идет. Paralel, video ăsta era în continuare publicat, da. Deci el era vizibil, aduna sute de mii de vizualizări. Deci era distribuit, pentru că atunci, practic, toți s-au văzut, nu știu dacă mai sunt oameni care n-au apucat să-l vadă. Da. El a fost descărcat, încărcat pe YouTube, unde are peste 1 milion de vizualizări, a fost încărcat pe Facebook de foarte multă lume și tot așa mai departe. De aici, din Republica Moldova, erau oameni care scriau despre alte situații unde s-au pomenit ei, unde au văzut un comportament nu foarte frumos din partea altor ucraineni. Da. Pentru că și de aici s-a viralizat. Dar... Но, я тебе опять же скажу, понимаешь, вот когда они мне писали, что у нас случилось то-то, 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 то, можешь, пожалуйста, поставить. Но я же не знаю, что там было. Ну как мне проверить? Мне может любой написать, что там что-то произошло. Вот после этого уже прям осторожно начал смотреть на это все. Потому что даже вот
Видео это, которая девочка там на украинских номерах, которая накричит, что я у себя дома. Тоже все распространили, что типа смотрите, как они себя ведут. А девочка... Ты вчера у фемеи, да. Карирала комашина к номеру Украины, что ли? Кишинел. Да. Она, ну, видео такое, она перекрыла дорогу, и мужики говорят, ей освободи дорогу, и она кричит, я у себя дома. И они начинают вот это все снимать. И начинает говорить, что типа, вот смотри, как девочка, ну, как девушка с Украины себя ведет. А она же молдаванка. Она действительно молдаванка, она там живет. И понимаешь, а мне все скидывают, типа, а можешь скинуть это? Таркому ажунсла была на луне машинку номера Украины. Не знаю, там ее какие-то друзья или знакомые приехали, она там села за свой, за руль, не знаю. Но я, мне просто сказали, мне прям доказали, что это молдаванка, она там живет, в этом дворе она живет. Ведь имеешь несколько информаций фейк. Конечно, конечно. А представь, если бы я это поставил. Я хотел с пункта маич. Дечь, дупа эту ноймей постат. Той мей постат он видео, он каре ай экспликат, ка ну те ешь тата тот, че сам темпат. Ай спус, ка 99,9% дентре украинени сунт уамени минунаци, каре сунт рекуноскатори пенту то че ешь фаче. Ши дака сунт кацва каре фак ништи кести урити, ну инсеамна ка тоть сунт аша. Да. Акум, интребарea логика. De ce ai arhivat a doua oară video? Și când? Второй раз я архивировал его через, по-моему, через дня 2-3. Я объясню почему, потому что у меня было очень много сообщений, очень, прям очень-очень, ну, ты не представляешь, что это. Ну, может, представляешь, не знаю. Но эти, это просто тысячи, десятки тысяч сообщений. И было сообщение, которое мне написали 2 числа, 2 марта мне написали. Мне выслали фотографию одной девушки, беременной. И снизу написали, как ее зовут, номер телефона. И написали, Максим, пожалуйста, помогите ей добраться до Молдовы. Она с Херсона, по-моему, она была. И вот она мне 2 числа пишет, а я это сообщение открываю только 4-го. Ну, когда дошел до сообщения, тогда я открыл. Ну, я ей пишу, я говорю, скажите, пожалуйста, вам нужна еще какая-то помощь? С девушкой все нормально? Она говорит, помощи больше не надо. По-моему, ее убили. И я такой, я больше не хочу читать такие сообщения. Фемия Серчината. Да, но я не знаю, честно, что с ней. Просто она написала, по-моему, ее убили. Встречаешь ли раз видео? Я не хотел просто получать еще, потому что до этого были еще истории, там, они там высылали мне там фотографии, видео, вот смотрите. Где мы спим, что мы кушаем и все такое. Еще как-то еще, а когда мне написали... Адика, эмоционал что... era foarte greu. И ну, с анкеяты тотул аич. Дечь, mm-hmm. инклюзив преса дин Република Молдова, Ньюсмейкер, а факут ун видео, в каре ворбит деспре май мулц тинери, ин специал, каре фак видео пе ТикТок, și care vorbesc despre faptul că ucrainienii se comportă urât în Republica Moldova, da. Cu mesaje ca să plece acasă. Tu acolo ai fost menționat într-un context. De fapt, aș vrea să zic contextul ăsta, că la început se părea că oamenii își împărtășesc trăirile. Dar după aia, când au început să apară mai multe video pe TikTok, au înțeles că este o anumită schemă și că ei postează asta organizat. Tu ai fost cumva vizat, dar nu că tu ai fi cel care răspândește informația asta, așa, dar că de parcă ai fi avut o intenție pozitivă. Tu ce părere ai avut despre acest video? Ну, во-первых, я не знаю, за что там люди получают зарплату в этом агентстве. Ну, я considero институции депресс foarte bună. Да нет, ну нет. Нет, вообще, вот этому каналу вообще прям вот можно, вот прям, вот если там родит тигрица в зоопарке, и то проверьте, если они правильно написали. А что ты деранжат по теме? Смотри, во-первых, да, они говорят, что типа, Максим, ну типа мы все, это все, ну типа организованные какие-то там типа люди, мы типа вместе, мы проплаченные. Потому что у всех идет один и тот же контекст, потому что вот смотрите, как мы приняли, вот как они себя повели, если вам не нравится, то типа до свидания. Я их вообще не знаю, этих людей, я вот тогда в этом репортаже увидел, я не знаю, кто это. Ну, типа, вообще никого. Вот ты мне можешь сказать имя хоть любого из них, я даже не знаю, как ничего его зовут. Куноск. Вообще никого не знаю. Вообще. И они начинают это аргументировать, то, что мы проплаченные. Потому что
какой-то парень-социалист, он постоянно это делает репосты, и там где-то в Телеграме появилось, что вот если вы сделаете такое-такое видео, то вы получите столько-столько денег. Вы смеетесь или что? Ты был контактат от кого-то из журналистов от Newsmaker? Я им писал, я говорю, ребята, дайте мне номер человека, вот этой вот девушки, которая написала. Мне отвечает там, здравствуйте, я редактор такой-то, такой-то. Я говорю, да, здравствуйте. Говорит, а вы смотрели нормально видео? Я говорю, я нормально посмотрел. Я хочу, чтобы вы его удалили, потому что там неправда все. Наверное, она даже когда представилась, она даже не представилась, как ее зовут. Тартуну, я визат на контекст негатива. Да неважно как, какая организация, о чем вы говорите. Какая организация? Кем мы проплачены? Что с тобой? Dar tu admiți că, iată, în cazul tău e clar, tu ai explicat foarte, foarte bine. Dar ceilalți care vorbeau cam cu aceeași tonalitate, da, cam același mesaj, tu admiți că ei puteau fi plătiți de cineva ca să lanseze asemenea mesaje? Может быть, я не встречался с этими ситуациями, которые они говорят. Вот не встречался с этими. Потому что они говорят, там, заставили там, говорить на украинском языке. Ну, не встречался я с таким. Может быть, было, может быть, они это делают, но я никак не состою в этой банде. И потом мне написал другой редактор, какая-то женщина уже говорит, типа, я опять пересмотрел ролик, я там не вижу ничего, чтобы вас могло задеть. Я говорю, так вас не задевает, мне показать ваши сообщения от людей, которые мне пишут. Deci oamenii scriau că s-au dezamăgit. Конечно, да. Очень многие. Per ansamblu, că ai fi și tu parte a acelei cumva рецепт. И понимаешь как? Тут мое видео в российском СМИ, на котором делают пропаганду. И отсюда еще молдаване говорят, что мы организованная какая-то банда. И понимаешь, что этот человек, он еще, ладно, еще российский, ладно, мы там не будем верить. А когда свои же тебя гасят, он такой, ну блин. И тебе начинают просто приходить сообщения. Какая есть акум опиния та фаце де то, че се întâmplă в институциях де пресса? Да, din Republica Moldova, din Ukraina, din Rusia, în urma acestui scandal. Я вообще не знаю, если есть кому-то верить. Каждый тянет это дело на себя. Каждый будет показывать по телевизору то, что ему надо. Не уверен вообще в том, что есть вообще хоть какой-то канал, который независим от чего-то. Каждый делает так, как ему выгодно. И все. Acum видео tău despre acele patru cazuri este public pe pagina ta de Instagram. Да. Nu-l mai arhivezi. Не, в Фейсбуке я его удалил. Ты говоришь о том, что вы хотели там сделать какой-то там, не знаю, хайп, либо вы там хочешь подняться как-то. Но если бы я хотел, я бы удалял. Нет. Мое видео, наоборот, берут люди, выставляют себе на YouTube и собирают миллионы просто. Просто миллионы. И понимаешь, что я говорил с человеком, я говорю, слушай, я могу им что-то сделать вообще? Ну, это вот. Он говорит, с момента, как ты говоришь, сделайте, пожалуйста, репост, ты ничего не можешь сделать этому человеку. Твое да, видео... То есть, пусть там видео, ворог, да. Мусил дистрибуить, да. И ты тебя ожидал такого резонанса. Да, я говорю, как? Ну, он говорит, Макс, ты сказал сделать репост, люди сделали репост, что ты хочешь. Есть ворба в лингва румына, фи атент, честь дурешь, кар путя сосед не пленяск. Да. Dar tu ai mai avut un mesaj acolo destul de curios. Cei care veniți în Republica Moldova, vizitați Republica Moldova, care are multe locuri frumoase, consumați vin moldovenesc pentru că este foarte bun. Eu am o rubrică, rubrica Aurelius, și am și un vin pentru fiecare invitat care stă pe acest fotoliu. Dacă tu ai spus tuturor ucrainenilor care vin să consume vinul moldovenesc, eu am pregătit și ceva pentru tine. Am un Aurelius Cabernet Sauvignon Merlot fetească neagră din 2018. Dacă o să vrei să o consumi tu, dacă nu o să-l dai cuiva dintre refugiați ca să guste un vin bun. Dar vreau să provoc. Tu ai menționat că oamenii ar trebui să viziteze locuri frumoase din Republica Moldova pentru că avem o țară frumoasă. Da. Spune top 3 locuri, dacă ne urmăresc acum ucrainenii, pe care ar trebui să le viziteze neapărat dacă ajung aici. Вообще, как было, что я говорю, смотрите, вы если ищете квартиру в Кишиневе, либо дом, не ищите в Кишиневе, ищите в других городах. Они такие, какие другие города есть? Вот они не знали, там Бельцы есть, есть Сергеев, есть Кагул, Камрад, Унгена, ну очень много городов есть, ищите там. Так, из топ-3, ну не знаю, буду банальным, либо нет, это Старый Аргеев. Фарт. Это всем советую. Потом
Если на втором месте, я не могу сказать одну, но я бы хотел, чтобы вы проехали прям по всем винодельням. Вот эти, потому что после ковида у нас очень сильно развился именно внутренний туризм. Люди начали свои винодельни, ну, как бы, переделать в рестораны и все такое. То есть вот прям идите туда, посмотрите. А на третьем месте я бы вам посоветовал поехать в Гагаузию. Просто проедьте на машине и увидите, насколько там... Вот прям вглубь Гагаузии. Сейчас меня начнут там, Гагауз. Чей фрумос около? Очень красиво. И аутентик. Очень красиво. Очень красиво. Эти поля, у меня там есть друг, который мне просто сделал экскурсию. Я говорю, Андрей, я никогда не думал, что так красиво в Молдавии. Вот прям вот я вот советую, рекомендую прям поехать туда. Опять же, маловато, тоже красивое место. Апропо де Гагаузия, Комрад. Да. Есть un local extraordinar cu mâncare tradițională, Gagauzul Frasă. Da? Nu știu dacă ai fost, îmi recomand cu mare încredere. Și au și vin bun acolo. Eu îți mulțumesc pentru recomandări, vinul ăsta este pentru tine. Tu ai povestit aceste patru cazuri doar după 5 zile de făcut voluntariat. Uh-huh. Dar tu ai venit cu mesajul ca toți să continui să facă voluntariat și să ajute refugiații și după aia ai mai încă mult timp ai ajutat. Uh-huh. Cu siguranță ai și alte istorii. Eu înțeleg corect, ți acum îți este frică să vorbești despre alte cazuri când unii ucraineni s-au comportat nu foarte frumos? Понял, насколько им там тяжело сейчас. И чтобы еще что-то слушать, то я думаю, это будет неправильно и неприятно. Поэтому, многие опять же писали, понимаешь? Писали, либо там голосовые высылали. Фотографии тоже там как расписаны, стены и все такое. Но я же это не могу проверить. 100%. Откуда я знаю? Может, это сама хозяйка расписала. Я вам покажу там видео про фейк-ньюзы. Да. И меня звонила дамна, cu care ne cunoaștem foarte bine, proprietarea unui restaurant și mi-a zis că, eu acolo spuneam, că sunt probabil unele cazuri, da, dar asta nu înseamnă că mulți o fac. Dar iată, dacă omul personal s-a confruntat cu asemenea caz, da, el își creează impresia despre tot. Și ea spunea, da, că la ea în restaurant au venit un grup de ucraineni, da, mai multe familii, au comandat mai multe bucate, inclusiv vodka, da, au băut, au, da, mâncat și la final când s-achite, nu voiau s-achite și au prezentat pașaportul ucrainean. Da. Și ea mi-a zis că, uite, Dorin, eu nu vreau să inventez nimic, iată a fost cazul ăsta și eu m-am simțit atât de ofensată. Și eu am același mesaj pe care îl aveai și tu. Uh-huh. Ca ucrainenii să aibă respect inclusiv față de unii oameni care o duc destul de greu în perioada asta complicată și care au afaceri în domeniul Horeca, de exemplu. Da. Că din cauza pandemiei nu au activat. Și ea a zis că dacă ei ar fi spus din start că nu au bani, uh-huh, eu i-aș fi servit cu ceva, ceea ce am. Uh-huh. Dar iată, a fost o asemenea situație. Sau altcineva descria alte situații tot de acest fel. Dar eu nu vreau să generalizăm. Ei sunt la fel ca moldovenii. Și rău. Și bun. Și bun. Da. Deci asta este absolut o normalitate. Dar tu crezi că dacă ai mai spune anumite situații, asta ar schimba opinia moldovenilor față de ucraineni și nu ar mai vrea să-i ajute? Nu, не из-за того, что молдаване не захотят помочь. Не из-за того, а из-за того, что не хочу просто. Eu vreau să precizez, până la urmă ei au achitat și au cerut scuze, da, pentru situația asta. Ei bine, oamenii, nu știu. Видимо, что-то проснулось. Видимо, у них опять же была стрессовая ситуация. Dar tu spuneai că primele zile aici în Republica Moldova au venit prioritar cei care aveau bani, care aveau mașini, care aveau transport. Я такое не говорил. Это все видели. Da. Da. Dar acum deja vin mai mulți și din toate categoriile sociale. Da. La un moment dat spunea că ucrainenii cu mașini scumpe stau în restaurante, da, din centrul Chișinăului,
Și nu merg să-i ajute pe ucrainenii care vin la graniță, dar moldovenii fac asta. Tu ai văzut asemenea cazuri? Ну, смотри, как было у меня. После этого видео, то, что было, то мне начали писать молдаване, типа, а почему ты не попросишь украинцев, чтобы они ехали за своими на таможню? И я так, действительно, на машинах все. Я говорю, ну хорошо. Я тогда написал в сторис, я говорю, прошу вас, все, кто из Украины, кто на машинах, едьте в атаке и едьте на Поланку. Забирайте своих же, привозите, а мы дальше уже решим, что с ними делать. И я был в шоке, сколько людей отозвалось. Просто из Украины. Они говорят, все, едем, куда ехать? Куда? Я говорю, вот туда. Все, давай, едь. Приходили там к нам на Гагарина. Там были ребята из Украины, которые не приходили, там сортировали, ставили там по кулечкам. То пришла семья, сразу они пакет дали, все, это вам. Adică ei nu știau că ar putea să se implice, dar Да. când ai venit cu mesajul... Ну, понимаешь, ну первые 2-3 дня они там все в шоке, понимаешь? Они сидели только в телефоне, смотрели новости, там, в каком городе что происходит, понимаешь? А тут они такие, так, блин, действительно надо помогать. Dar hai să recunoaștem încă un lucru. Mulți moldoveni s-au mobilizat, Да. au ajutat. Despre noi s-a vorbit în toată lumea, Да. deci cumva gestul ăsta făcut de Republica Moldova pentru refugiații ucraineni a fost nobil. Dar noi știm că au fost și moldoveni care au încercat să profite de situația asta. Inclusiv taximetriști care mergeau la graniță, luau refugiații, îi aduceau în Chișinău și luau sume enorme. Да. Am auzit 100 de dolari, 100 de Да. euro. O sumă extrem de mare. Да. Tu ce părere ai despre asemenea oameni? Ну, смотри, насчет того, как люди начали пользоваться уже этой ситуацией, то, опять же, благодарность нашему честному народу, потому что у меня есть знакомый, который он ехал на Паланку, там стоят вот таксисты, и вот он подходил и там, доброго ранку, он специально говорил на украинском, доброго ранку, там, не знаю, могли бы вы мы нас отвезти до Кишинева, он сказал, да, $100 с человека, и он, С человека. да, и он такой, аше, я винокосич. И все, и они, ну, получали, очень сильно получали там эти люди. Нельзя такое делать. Нельзя делать. Вы не видели этих людей. Вы не видели людей, которые приезжают. Dar știm și foarte mulți moldoveni care au dat casele lor absolut Да. gratuit. Și Да. în continuare lasă refugiații să trăiască acolo. Eu am cunoscut o familie, 6 copii, o mamă, într-un apartament cu 2 camere, erau foarte recunoscători pentru gestul pe care l-au făcut pentru ei. Și У acum меня была la семья trecut. одна, они нам позвонили и говорят, Максим, какая-то помощь, можно у вас что-то получить? Я говорю, ну хорошо, они приехали, мы им дали 2 сумки, там еды, паста, ну все, ну с дома не выбежишь с пастой, с щеткой, ну, нет, взял вещи, документы и убежал. Мы им даем, они говорят, мы нашли дом в Пена-6 под Калорошом. Что нам делать? Я говорю, смотрите, первое, что делаете, если дом на земле, у вас справа и слева будет еще одна калитка. Ну, и с одной, и с другой стороны. Это ваши соседи. Первое, что надо, это познакомьтесь с соседями. Скажите, что вы с Украины, что вы тут будете какой-то период времени. Просто познакомьтесь с ними. Они вам будут давать брынзу, яйца, вино. Потому что, ну, у нас так принято, такой мы народ. Мы всех принимаем, мы очень гостеприимные. И он, все, я тебя понял. Потом через пару дней я с ним встречаюсь. Говорю, что как? Он говорит, Макс, я в шоке. Я говорю, чего в шоке? Он говорит, я сделал, как ты сказал. Я постучался, мне открыли. Я сказал, что вот меня зовут так-то, так-то, я оттуда, оттуда. Мы у вас тут какой-то период побудем. И все, утром яйца, вот курица снесла только. Кушайте. Он говорит, а у нас есть. Да кушай. Но это наше. Кушай. И все. И он потом мне звонил, он говорит, слушай, мы тут это, поросенка делаем на вертель, давай приезжай в Панашешти. Я говорю, откуда поросенок? Он говорит, как откуда? Соседи дали. Я говорю, да ты что? Eu știu istorii similare, oameni care s-au cazat în Chișinău în blocuri. Deci Da. vineau vecinii, blocul întreg practic, Da. adunau bani, le dădeau bani, vineau cu dulciuri pentru copii.
cu haine. Deci oamenii s-au mobilizat într-un fel atât de frumos. Și când sunt unii moldoveni care fac niște mizerii, care iau bani enormi, care încearcă să fure sau care încearcă să-i mintă, e rușinos. Очень. Дар asta nu înseamnă că ei nu există. Нет, опять же, мы не должны как-то ставить акцент на этих людях. Большая часть страны, самая большая часть страны, это дали помощь. Спунем, что ты спунял украинцами, а тунч, когда интернет лавама, и не требай чего? Ну, смотри, мы украинцев я больше встречал тут, либо там в, ну, в центрах размещения. Сейчас, честно, я не знаю, наверное, страны в мире, которые меня не приглашают к себе домой. Это первое. Я перестал с ними разговаривать и спрашивать, как там у вас. Потому что каждый день ты идешь домой, ты ложишься, хочешь лечь спать, и ты не можешь. Потому что они тебе рассказывают эти истории. Она прям хочет тебе это высказать. Потому что она видит в тебе человека, который это выслушает. И последнее время я прям не спрашивал их. Я спрашивал только, ну, что надо, какая помощь нужна и все такое. Потому что первые дни мы там спрашивали, а вы там откуда, а мы оттуда, а что там у вас? Ой, там это. И просто это все эмоционально, да, нагнетает, что это перенести, перенести было трудно, очень трудно. Но опять же, знаешь, когда ты сидишь и думаешь, тебе, Максимка, ты устал от чего физически? От чего ты устал? Вон женщина 30 часов с ребенком идет, грязная вся, снег пошел. Ты от чего устал? Ее муж там сидит, не знаю сколько, сколько дней уже, не мылся, не брился. Аста тут пойти. Да. И ты такой, ну, да, Максим, устал ты, конечно. А эмоционально ты что? Чем ты устал? Она пришла сюда без ничего. Она не знает, ей надо жизнь начинать, ну, с чистого листа. Ее муж там, у нее мысли только о том, чтобы позвонить ему, чтобы он ей ответил. А у него мысли, чтобы она ему ответила на телефон, сказала, что все нормально, что нас тут приняли, у нас все хорошо. И ты представляешь, они сидят целыми днями. Она засыпает с тем, что она не знает, она завтра позвонит, он ответит ей, не ответит. И ты такой, шо, Максимка, устал? Ничего не устал. И открываешь телефон и дальше начинаешь. Сейчас ты отвечать. Сейчас после 3 септемин. Да, это и до сих пор. Сейчас кумок. Да, но уже от когда государство начало помогать, то уже поменьше. Повестишь какие-то истории о Украине, лор, которые я ожидал. Сейчас после реконоскатори. Ой, да я тебе говорю, что, ну, семья одна, тоже мы ее отправили, ну, помогли, они мне потом звонят с Кипра, Максим, мы на Кипре, у нас вилла, давай, приезжай, будешь жить у нас, и все такое, я говорю, о, какая вилла, потом в Чехию зовут, в Болгарию, в Испанию, в Италию, парень звал меня в Оттаву, говоришь, будешь в Оттаве? Пожалуйста, я говорю, у меня, что, у меня список желаний, когда составлял, у меня первое место полететь в Оттаву. Я говорю, какая Оттава, ты че? Ты ей ожидал аич, когда после... Да, и знаешь, ты им помогаешь? Все, вот они там, они начинают созваниваться с Украины, типа, как у вас, ой, так хорошо, вот это вот, вот, а мы тоже думаем, наверное, выехать. Кого порекомендуешь? Максим. И все, и ты сидишь, и там смотришь, у меня вот эти вот плюс 3-8. Просто нескончаемое там количество звонков было. А потом им начали давать же карточки молдавские на границе. Ну, потом, сразу же. И они мне начали уже звонить. Уже звонят с молдавского номера. Мне нужна квартира, мне нужна квартира. Я не знаю, если бы я был бы риэлтором, я бы, наверное, уже на Мазерате катался. Они почему-то думали, что я риэлтор. Честно, или я там перевозчик. Дорогая, вот ситуация, когда... Oamenii pur și simplu n-aveau nimic. Da. Nu știau nimic. Erau dezorientați.
Și nimerind aici au înțeles că, de fapt, oamenii vor bine și că sunt în siguranță. Была история одна, когда только открыли на Манеже центр приема беженцев. Мы поехали туда, ну, посмотреть, как там вообще, что им надо. Мы поехали, и просто были в шоке, что, ну, сколько там людей. А мы только подъезжаем, а там бусик такой, он полный мешками, там Абуди был с нами и Диана. И я говорю, давай поможем, потому что там было только три карабинера, которые разгружали. Я говорю, давай поможем. Мы вот помогли, потом заходим туда. И я в шоке был, что там творится. Просто там куча людей, куча. И мы начинаем уже общаться там, кому что надо, потому что привозили солдаты еще, матрасы привозили туда, расставляли. Тогда, кстати, мне выслали тоже видео с России, и подошла Ната Албут. Подходит, говорит, что, Макс, рад? Видео. Я говорю, вообще нет. Ты хотел пропаганды. Да. А я не узнал ее, она в маске была. Я такой поворачиваюсь, такой, ой, извините, я вас не узнал. Она говорит, да, все нормально. Она говорит, Максим, держись просто, тебе говорю, держись. Я говорю, ну, все хорошо. И вот мы выходим оттуда и привезли семью, которая... Но это было трудно, трудно на это смотреть. Там женщина, она вот так вот держит ребенка, а у ребенка вот эта вот вся часть мокрая от того, как мама плачет. А плачет, знаешь как? Чтобы он не понял, что она плачет. То есть без никаких каких-то там вздохов, эмоций, знаешь. Вот она просто плачет. У нее просто текут слезы и ничего. И она делает, плачет специально, чтобы, ну, он не понял. И мы тогда, я помню, Диана говорит, Макс, смотри-ка, она плачет. И я был в шоке. Она говорит, мы их тут не оставим, мы их заберем. Потому что их там было побольше. И там волонтер один сказал, что от госуниверситета в спортзале там открыли новую точку. Типа, поехали туда, отвезем их. Там, ну, меньше людей. И мы их забираем, а они грязные, прям вот отсюда до пола просто грязные. Ну что они, видимо, шли пешком, машины проезжали. Ну это не передать словами просто. Мы их привозим туда. Одна из них была беременна, она там скоро рожать должна была. И мы их привозим. Сразу же я понял, что меня узнали, волонтер. Я только зашел, и там девочка такая. Я говорю, да, это я. Это я. Говорю, вот надо людей как-то поселить. Она говорит, да, все, давайте. Она дала там места, но у них все было, но не было подушек и одеял. Не было. И там было очень холодно. Было часа два ночи. Я говорю, так, Абуди, поехали на Молдэкспо. Он говорит, зачем? Я говорю, идем возьмем там подушки и одеяло. Говорит, это что, там 8 склад закрывается. Да идем, я тебе сказал. Да вот первый раз, когда я воспользовался вообще видео, это было тогда. Я приехал на Молдэкспо, говорю, здрасте, нам надо 8 подушек и 8 одеял. У него склад закрыт, открывайте тогда. Они такие, да мы не можем, там другой подошел, другой, там пришел кто-то с примарии. Что надо? 8 подушек, я эти вот. Он говорит, склад не открою. Но у нас сейчас уехал автобус, у нас освободились подушки тут внутри в Молдэкспо. Типа, забирай. Я говорю, дуйки еще нужны. Им холодно там. И он говорит, ну, дуек нету. Я говорю, ну, хорошо. Мы приехали туда, в этот центр, а женщины уже легли, они матрасы так поставили, легли и своими же вещами укрылись, знаешь. Мы им приносим все это, они там
укрылись одеялами, все такое. А до этого, когда мы пришли, то, чтобы ты понимал, там еда была, там раздавали еду, и дети настолько голодные были, что вот там открывается вот этот вот бокс, а ребенок гречку руками кушает, вот прям кушает ее руками. И мама говорит: ты что делаешь, сейчас тебе ложку дадут. А он, ну, маленький, не понимает. Понимаешь, да? Вот когда ты вот такое видишь, то ты думаешь, ну, надо дальше помогать. Куда ехать? Давай идем поспим куда. И, ну, хорошо, поехали, поспали. И все. Хай встречу на ситуации в моем занте. Pentru că ai avut atâta interacțiune cu refugiații. Spune, ce solicitări așa mai puțin obișnuite ai avut din partea refugiaților? Есть истории, которые никогда не забуду. Вот никогда. Первое, это мой телефон же все узнали сразу. Мне звонят 2-3 ночи где-то тоже. Здравствуйте, здравствуйте, вы Максим? Да. Вы помогаете беженцам? Я говорю, да. А помогите мне, пожалуйста, включить стиральную машинку. И я говорю, извините, я не инструкция. Ну, зайдите в интернет. Он говорит, все понятно, никому не помогайте. Ложит трубку. Потом женщина одна была, говорит, здрасте, заберите меня, пожалуйста, из хирургии. Я говорю, а с вами все хорошо? Он говорит, да, конечно, хорошо, заберите меня с хирургии. Говорю, какая хирургия? Если вы в хирургии, значит, вам плохо. Он говорит, да мне хорошо, заберите с хирургии меня. Я говорю, какой город? Он говорит, я не знаю. Я говорю, что вы там делаете в хирургии? Он говорит, ну, нас туда, тут расселили. Я говорю, какой город хотя бы знаете? Я не знаю. А потом я узнал, что это тоже в Бессарабке, их там в больницу заселили в хирургию. Я не знал, я думал, ну, не знаю, звонит какая-то женщина. Забери меня домой. Другая позвонила, говорит, отвезите меня в Гамбург, пожалуйста. Я говорю, я не занимаюсь этим развозом, откуда вы все это берете. Говорю, давайте дам номер телефона. Я говорю, где вы находитесь? Он говорит, на Молдэкспо. Я говорю, на Молдэкспо стенд большой, там объявлений много, там едем туда, 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 кто бесплатно, кто платно. Я говорю, посмотрите там. Она такая, ну понятно. А можете мне найти, пожалуйста, квартиру в центре? Я говорю, в центре Кишинева? Она такая, зачем мне в центре Кишинева? В центре Гамбурга. Что ком распунс, наша ситуация? Да я сказал, я говорю, я понимаю, что вы видите во мне там человека, вообще в народе молдавском, всесильных людей. Может, у меня есть кто-то в Гамбурге, кто мог бы помочь найти ей квартиру, но я говорю, ну, я прям вот так далеко, я не знаю, как вам помочь. Она такая, ну, все понятно. Ну, ладно. Не, было много, очень-очень много. У нас даже на Молдэкспо мы приехали в один день, мы дали этот вот, деньги передали через нас, потому что не могли на карточку выслать. Переслали нам, чтобы мы дали женщинам этим, мы приезжаем, а там чай раздают, женщина, милый человек, прям милый человек, женщина чай там делала. Ну, я подхожу и говорю, типа, здрасте, можно мне чай на русском? И она такая, да, конечно, делает мне чай. А рядом подходит парень, который, ну, с нами тоже был, Костя, и он такой на молдавском, что, Макс, чай взял? Я такой, да. Она такая, вы что, молдаване? Я, да. А у нас правила тут. Я говорю, что за правила? Хочешь чай, расскажи стишок. А у меня прям, я все стишки мира забыл. И я говорю, что он такой, не-не-не. Костя начинает рассказывать стишок и берет свой чай. Я говорю, честно, я забыл стишки. Я забыл их. Она говорит, нет стишка, нет чая. Я говорю, короче, она мне дала чай. Я выхожу на улицу. Я вспоминаю стишок и думаю, как это будет сейчас выглядеть тупо, если я приду и скажу, а вот, ярам боят по дурьку три ярам рассказать. И она такая, ага, прочитал в интернете, наверное. Я такая, да ладно. Дин Киев, а мы интерес, кто ты суна? Да. Вообще, с бомбоубежища. Вообще, откуда? Я деверат, ка чинева те роага с ядуть шаси кай ин Република Молдова? Да. Это мне написали. Максим, здравствуйте, помогите, пожалуйста.
перевести 6 лошадей. А я тогда тоже был там на границе. А мы сидим за столом, там, в семье одной мы сидели. И они такие: а какие истории были интересные? А это мне прям пишут. Я говорю: вот 6 лошадей просят перевести. Я говорю: вот прям сейчас. Он такой: какие? Я говорю: вот из-под Киева. Она там высылает фотографии, как эти лошади там убежали, там разбомбили эту конюшню. Я говорю: скажите, пожалуйста, какая помощь, в чем? Ну, где, как говорят, перевези 6 лошадей, ну, в чем помощь? Ну, скажи конкретно, что тебе надо. Говорит: нужны деньги. Я говорю: ну что деньги? Она говорит: ну, у нас есть деньги, чтобы одним рейсом перевезти 2 лошади, а потом обратно у нас нету денег, чтобы мы уехали туда и забрали остальных, потому что у них коневозка только на 2 лошади. И я говорю: что вас кто примет? Они говорят: бельцы. Я говорю: ну, слушайте, ну там же эти с бельцами, наверное, тоже имеют там машины, в которых они перевозят коней. Я честно... Ну, это то же самое, что найди мне квартиру в Гамбурге. Я говорю: ну я... Вы такую ситуацию у меня сейчас ставите, что... Acum vreau să înțeleg cum funcționează. Deci tu nu mai faci voluntariat zi de zi. Mai răspunzi la mesaje, ajuți unii oameni care apelează, dar nu mergi la centru de colectare. Și el deja poate lua de start. Мы сейчас помогаем Криулянскому. Там есть лагерь, там в Криулянах. Потому что вот там Марина, Инна, ну вообще ребята, вот они там поселили, как-то у них там дружеские отношения со всеми там, помогаем там. И чтобы ты понимал, насколько помощь, что там открыли этот лагерь за свои собственные деньги, и вот сейчас им надо заплатить за свет 50 тысяч, понимаешь? И уже начинается какой-то сбор денег, но вообще вот прям вот туда все сейчас уносится в Криулянах. Все. Deci ei au nevoie de 50.000 de lei pentru ca să achite curentul electric. Da. Pentru că ei l-au deschis, el fiind închis. Da, da. Și se cheltuie pentru că ei nevoie de încălzire. Da. И вот мы, вот основная помощь туда уходит. Моя основная помощь — это, опять же, там по телефону с кем-то, кому-то что-то дать информацию и все такое, потому что... После всего, что было, то, ну, не знаю, нету сил вообще куда-то там передвигаться и все такое. Просто государство уже взяло все настолько в свои руки, и прям вот они, вот 10 дней сделало, ну, молдавский народ сделал все, а после этого они начали уже внедряться. Это окей? Да, это очень хорошо, потому что мы уже просто не могли. Просто не могли вообще ничего сделать, там просто, ну, поток, просто, ты читаешь новости, там, 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, такой: да ладно, ну, не может быть такого, ну, сколько, это очень много. И вот они, когда уже взяли все в свои руки, то, ну, было полегче, намного полегче, но сейчас прям, они открыли зеленую линию, во-первых, которой ты можешь позвонить, и все вопросы. Все, даже они там, я понял, что спрашивают: а где живешь? Ты там говоришь: мне надо это, они говорят адрес, и волонтеры туда увозят. Там, опять же, они организовали уже автобусы на границах. То есть не так, что мы едем там машинами. Уже есть, да. Сайт допомога. Да, да, много есть. Попорул молдовяна и гата с як черти пи украинянка. Да, а чё нет? А чё нет? Как чего апропиат, ши да, сетраим ин линиште шпать. Почему нет? Очень... трудолюбивый вообще народ и такой очень отзывчивый, открытый. Но я думаю, что был в Одессе, ты видел, там к любому подойдешь и спросишь. Я знаю очень много украинцев, я учился в Полонии, и у меня были коллеги украинцы, с которыми сейчас мы поддерживаем легатура. Если они останутся в Молдавии, найдут работу и жилье, там, когда закончится, они сразу уедут. Если они будут где-то в Европе, там уже получат первую зарплату европейскую. Не знаю. Я думаю, что они будут думать. Возвращаться ли. Опять же, это я так думаю, не надо, сейчас там закидают все вопросами. А откуда ты знаешь, какой у нас народ? Не говори. Ну, сигурно, говорим о анумит венит и анумите посибилитати. Майлес, когда нимену штии когда дура. Я не знаю, да. Даже если сегодня закончится, я только буду рад. Максим, ты что имеешь от всей этой опыта? Ой.
быть, наверное, осторожным в высказываниях. Первое. А во-вторых, гордиться молдавским народом и молдавской страной. Cât de mult regreți că ai făcut acel video? Честно, с одной стороны, очень сильно, к сожалению. А с другой стороны, что за счет этого видео люди узнали, кому можно обратиться за информацией, за помощью. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai mai înregistrat acel video? Da, я бы записал бы, но без четырех историй. А ты înțelegi că cele patru istorii au și făcut ca să fie atât de viral. Unii spun că tu ești erou. Tu cum te simți? Не чувствую. Молдавский народ – герой. Ce ai vrea să le spui refugiaților ucraineni care urmează să ajungă în Republica Moldova? Готовьтесь, у нас много вина. Ничего не бойтесь. Приезжайте, встретим всех. И все. Ce ai vrea să le spui moldovenilor care au auzit cele patru istorii ale tale, au avut și alte istorii din gura altor cetățeni și nu mai vor să ajute? Проверяйте информацию. Вот что я бы сказал. Проверяйте, проверяйте, еще раз проверяйте. Так, кстати, веришь, что я леворат. Да никогда не опускайте руки, ну что, ну нет уже такого, что... Смотри, если ты кушаешь семечки, да, ты их кушаешь, тебе попадается семечко одно, ну, которая жареная такая, она прям это вот. Ты после этого перестаешь кушать семечки? Ну. То же самое и мы должны делать. И все. Кто-то попался, ну все, дальше. Остальные вкусные. Что значит для тебя Украина? Ой, Украина сейчас это, не знаю, особенно Одесса, я думаю, дом второй, как они меня там приглашают. На самом деле очень жалко, что такое произошло. Не знаю, но Украина вообще всему миру доказала героизм сильный. Все же думали, что человек с телевизора, там президент, он быстро сдастся. Вообще герой. Ну, героизм, прям героизм. Pentru mine Ucraina înseamnă viziterare, ce-i drept, da? Dar se asociază cu Odessa, cu mare și cu localuri unde poți mânca pește gustos. Da. Și eu acum 3 ani, dacă nu greșesc, am fost în Kiev prima dată și m-am îndrăgostit de orașul ăsta și mi-am promis că neapărat o să revin. Și eu acum când văd ce se întâmplă acolo, tu înțelegi că eu care am fost câteva zile și am avut o stare așa de wow, cât e de frumos orașul ăsta, ce simt? Dar ce simt cei care trăiesc acolo, care au casa acolo și care trebuie să plece și să lasă absolut tot. Da. Și da, ucrainenii sunt foarte curajoși. Și la final, Maxim, ce contează cu adevărat în viață? Воспитание хорошее. Человечность, доброта, любовь. Любовь. Любить надо вообще все и всех. И до этого я не говорил этого, но я думаю, что мир. Вот когда мирно, то все хорошо. Мы bucur că noi am tot avea un dialog, eu vorbind în română, tu vorbind în rusă, și asta demonstrează încă o dată că oamenii pot fi uniți, indiferent de limba pe care o vorbesc și indiferent de țara unde locuiesc.